покупки в этом магазине. Индийский бренд пива Kingfisher, красивое. Я была в Индии, тоже привозила крышечку из Индии. Но тогда я не собирала кронер пробки, а в этот раз специально купила. Смотрите, какая она красивая. The Real Taste of India. И тут птичка Kingfisher. Это индийский бренд, индийское пиво. Я купила в индийском магазине, в магазине индоафриканских товаров но во Франции. Но это пиво, несмотря на оригинал бренда, оно все-таки производится здесь, в Европе, во Франции. Я это вижу по коду. 50 – это Франция. Вот, буду пробовать индийское пиво во Франции. Но мне понравилась очень крышечка. 1 евро 60 центов, это около 150 российских рублей. Я решила его приобрести. И другую крышечку, которая мне понравилась, из бюджетных вариантов, конечно, я больше 2 евро стараюсь не покупать пиво. Получается, мне вот эта пробка обошлась в 2 евро. Сейчас, по современному курсу, это уже почти 200 рублей. Но это дорого. Но все равно я решила купить ирландское пиво. Гиннес, тоже 330 миллилитров, небольшая бутылка, ну пусть будет в коллекцию. Это тоже, кстати, производство из Франции, несмотря на то, что бренд из другой страны. Вот такое у меня пополнение. Я решила снять ролик, поскольку это очень необычно. Индо-африканские товары, бренды, но в стране Франция. Прикольно получилось.